На улице стало уже совершенно тепло, сняли кофты. С утра было еще прохладно, были в кофтах. А сейчас просто вообще великолепно. Погода просто чудесная. Очень люблю осень в Австралии. Мы сейчас идем в ботанический парк. Что они там кушают? Давай посмотрим, подойдем поближе. Смотри, сидит на веточке. И он улетел. Нравятся новые попугайчики? Да. Хорошенькие. Ну что, мы уже пришли в парк. На дорогу от Flinders Station до парка у нас ушло где-то минут 30. Но это учитывая то, что мы везде останавливались, смотрели по сторонам. Вот, так что оставайтесь с нами. В парке очень много всего интересного. Будет интересная, классная прогулка. Идем гулять? Классная! Много фонтанчиков с питьевой водой. Да, мама.
Вы только посмотрите, какое разнообразие растений. Мама, как мне? Если прийти вот в этот парк на выходных, например, можно видеть очень много новобрачных молодоженов, так как это очень классная локация для фотографий. Места здесь просто чудесные. Остаемся здесь? Да. Давай пройдем вот по этой дорожке. Давай, посмотри, сколько здесь много цветов. Да, мам, давай здесь посмотрим. Ты уже хочешь быстрее коврик расстелить? Давай еще немножечко погуляем. Здесь так красиво, Новак. Новак, посмотри, какое мощное дерево. Смотри. Какой огромный ствол. Давай подойдем поближе. Смотрите, какие у нас вкусненькие шоколадочки с орешком. Что тут за орешек? Подожди, фундук. С фундуком. Будем сейчас кушать. Вокруг красота. Ого, как маленький. Вкусно? Покажи шоколадку. Какая классная. Сейчас я тоже буду кушать. Вкуснятина. Ну вот, орешки сначала скушал, смотрите. Да, такие вот цельные орехи внутри. Очень-очень вкусно. Смотрите, какой огромнейший кактус. Смотри на это дерево, Новак. Просто огромно.
Фикус. Смотрите, какой красивый шатер сделали. Мне кажется, здесь свадьба, наверное, будет. Очень красиво. Отдохнем на этой лавочке? Да. Давай. Садись, сына. Под красивой пальмой будем отдыхать на лавочке. Красивое место. Рассказывай. Привет. Ты же хотел, чтобы тебя поснимали. Смотри, кто к нам в гости пришел. Ну, только не вот. Ой, испугалась. Ой, чего она так громко кричит? Ты не знаешь случайно? Не знаю. Я тоже не знаю. Она что-то возмущается. Убежала. Спряталась за пальмой. Ага, это птица. Новак, ты видел кукабара? Он сидит?
красиво осенью в Австралии. Если решите приехать вот просто как туристы, мне кажется, март – это самый классный месяц. Погода хорошая, нет таких перепадов сильных, как в другие месяцы. Можно много гулять, потому что летом, вот когда жарко, много не погуляешь. Все-таки в жару не так комфортно гулять. Мы уже погуляли, хорошая была прогулка, подышали свежим воздухом, зарядились энергией, позитивом. Ну а сейчас поедем уже домой. Надо Толика со школы забрать. Потом домой пойдем, покушаем. У нас еще сегодня футбол, так что много дел еще впереди. Нова всем хочет сказать пока-пока. Пока-пока. А вам хорошего дня мы желаем. Хорошего вам настроения. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!